Пожар на Шереметьевском проезде в Рязани произошел в воскресенье. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:00 вечера. Со слов очевидцев, пожарные расчеты приехали быстро. Однако балкон квартиры уже был объят огнем. Также пострадали и соседние квартиры. Мы были в отъезде, нас не было дома. Позвонили знакомые, сказали, что мы горим. И все черное вот так вот во всех комнатах. Квартира Николая Казакова находится на этаж выше сгоревшей. В день пожара его не было дома. О случившемся ему сообщили соседи по лестничной клетке. Да, быстро потушили? Да, быстро. Вода у них ничего не доставала сначала, но потом быстро. И с этажов рядом балкона выливали ведрами. На пожар выезжали, принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Рязанской области, на пожаре пострадала 57-летняя женщина. Также пожарными спасено двое детей.